Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы попытаемся выкатить сосиску в гравитацию. Посмотрим, летают ли сосиски, что с этого получится. Не будем долго стоять на месте, сразу побежали в бой. И что хочется отметить, что когда, в принципе, сосиску выложили на продажу, я сначала снял обзор на сосиску, потом выкатил сосиску в режим столкновения. И в целом, в режиме столкновения машина себя показала очень бодро. Мне очень понравилось, потому что карта небольшая, ехать далеко не надо, ТОГ не сильно подвижный аппарат. Ну, соответственно, с учетом его запаса прочности, скорострельности и с учетом его брони во лбу, то, по большому счету, машинка показала себя, я бы сказал, не то чтобы великолепно, но крайне достойно. И тогда мы обсуждали в комментариях вопрос того, а почему бы не выкатить сосиску в режим гравитация, когда он появится. Единственное, что все мы знаем по поводу того, что в режиме гравитация тяжелые танки летать не умеют, к сожалению. Да, они умеют довольно некисло таранить и выносить в ангар своих соперников именно ударом лицом к лицу, так сказать, но по большому счету ТОГ пока показывает себя не очень. Он крайне неподвижен, он крайне неповоротлив, и, ну, я бы сказал, что с данным орудием, которое является по большому счету скорострельным, но малоуронным, в данном режиме ему немножко дискомфортно. Это связано с тем, что он не дает такого сильного удара по танку, чтобы соперника куда-то относило. Короче говоря, пока я бы сказал, что ничего уникального, веселого я не наблюдаю. Может, если немножко поиграть... О, меня не пробили. Перекатывается, конечно, он прикольно. Здесь ничего не скажешь. Но это единственное, что на данный момент я наблюдаю. В любом случае, эксперимент есть эксперимент. Почему бы, как говорится, и не попробовать, пока возможность такая есть. И в целом режим гравитация... мне нравится не очень, ребят. Не люблю я вот такие, ну вот, дурацкие развития событий, все эти летающие танки. Может, чисто ради фана, чисто ради веселья, пару раз заехать, да, окей. Но, не знаю, ну вот и все, в принципе. Был бы я сейчас на Маусе, было бы все гораздо веселее. А так ТОГ, ну, крайне уныло в этом режиме себя ведет. Понятное дело, что в целом данный режим больше заточен под те машины, которые в данном режиме летать умеют. Те же самые ПТшки, ЛТшки. На них гораздо веселее, гораздо комфортнее. Ну и самое-самое приятное, наверное, для тех, у кого есть Шеридан ракетная им коллекционная машина, это то, что в режиме гравитация его можно обкатать. А так, в целом, ну, не знаю, наверное, все-таки на очень-очень... большого любителя. Да, ездишь, да, месишь, я вот сейчас вообще один остался. Сейчас отработаем просто по стандартной схеме, без каких-то понтов, для того, чтобы сделать фраг. Но давайте, добивайте сосиску. Отправили меня в ангар. Ребят, ну, эксперимент есть экспериментом, но все-таки я бы сказал, уныло и крайне неинтересно. Ну, вот прям совсем-совсем. Сейчас заеду ради интереса еще на одну катку, но чтобы сказать, что я прям получаю какой-то фан от этого, ну, абсолютно нет. Все-таки лучше было бы, если бы сосиску хотя бы в небо запустить можно было. Мне тут даже предлагают посмотреть, как правильно играть в режиме гравитации, чтобы ощутить полностью все моменты данного режима. Но думаю, что на ТОГе втором смотри, не смотри, это по большому счету ни к чему не приведет. Ну что, запрыгиваем в бой. Радует то, что против меня нет семерок. Хотя какая уже разница, семерок, восьмерок. Все-таки это гравитация, и основной смысл гравитации, наверное, в том, чтобы носиться по карте, летать как угорелый и веселиться. Ну что, поехали. Спасибо большое. Едем дальше. Он красавчик, АМХ, полетел. Блин, как я хочу к тебе тоже вот туда вот воспарить к небесам. Поближе к тучам. А-а-а! Красавчик в полете нанес урон. Вообще, дорогого стоит выстрел. Так. Ну ни о чем, ребят. Вот серьезно. Я понимаю, что я это видео выложу на канал просто лишь потому, что когда-то сказал, что как только режим гравитация появится, то обязательно возьму сосиску и попытаюсь ее в этот режим выкатить. Ну в кого здесь кинуть? Ну, давай в тебя. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, не хочу гореть, не хочу гореть. Нет, все-таки убили. Ладно. Короче говоря, ребят, если вдруг у вас ТОГ есть, или вы думаете по поводу того, а не взять ли себе ТОГа конкретно для того, чтобы вывести его в режим гравитация, то знайте, в режиме гравитация ТОГу делать
нечего, а сосиски, ребят, не летают. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!